Друзья, всем привет, и мы продолжаем игру вселенной Суперсваток. Играем мы сегодня составами от подписчиков, но по традиции вначале прокачаем героя. Двое подписчиков попросили, чтобы я сегодня прокачал опасного малого и Дэнни призрака. Но, к сожалению, друзья, за эти дни не насобирал ингредиентов для прокачки этих героев. Следующий герой Тимми Тёрнер, опять же не хватает ингредиентов. И Линкольн. Что ж, друзья, Линкольна мы прокачаем с вами. Вот по возможности. И отправимся в бой с составами от подписчиков. И первым написал свой состав подписчик с ником Дневная Фурия. Ну, я думаю, это подписчица. И она попросила, чтобы я взял Котопса, Лео и Донни. Да, вот, кстати, относительно Котопса тоже вот просили подписчики, чтобы я прокачал. Но не хватает пирамидок для прокачки. Поэтому, друзья, к сожалению, как-то так. Итак, собираем команду Котопёс. Давайте-ка возьмем, берем Лео. Итак, давайте-ка я ее использую. И еще Донни. Вот, кстати, друзья, я могу прокачать Лео и Донни, поэтому хотя бы давайте-ка как-то вот так сделаем. Поднимем этих героев на новый уровень. Вот, что смог, то прокачал. Ну, а вы, конечно же, пишите. Вот, давайте свои колоса, я по возможности буду прокачивать. Ну, а сейчас давайте-ка отправимся в бой. Итак, команда от подписчицы Дневная Фурия. И смотрите, какой интересный результат. У Котопса есть преимущество перед Линкольном. Донни я попробую поменять. И да, у Донни есть преимущество перед Джейн. Ну а вот Лео будет сражаться с Тимми Тёрнером. Отлично, друзья. Итак, вперед. Первая схватка. И надеюсь, Котопёс сейчас себя неплохо покажет. Вперед атаку. Итак, сразу же атакуем Линкольна мощной атакой. Молодец. Ой-ой-ой. Итак, Линкольн контратаковал. Вот досталось нашему Котопсу. Ну что ж, попробуем мощную атаку. Ух ты, вредина. Смотрите, как здорово атакует Линкольн. Еще атаковал Вантузом. Но я просто в шоке, друзья. И он выбивает Котопса. И я не сумел сегодня справиться с этим героем. Обидно, досадно. Вот неудачное начало. Ну, как-то так. Что ж, надеюсь, следующие наши герои как-то лучше себя покажут. Вот, начало видео как-то не очень. Возможно, нужна была тренировка. Ну что ж, надеюсь, Донни себя лучше покажет. Итак, Донни неплохо сражается против Дженни. Вот, давайте-ка еще попробую запинать эту девчонку. Вот, отлично. Итак, мощный удар и легкая победа. Ну что ж, Донни себя показал очень здорово. А вот Котопёс меня немножко разочаровал. Что-то он себя очень слабо проявил. Итак, идем дальше. И надеюсь, что Лео тебя тоже очень неплохо покажет в этом сражении. Итак, Тимми Тёрнер. И сразу же, друзья, пытался сделать мощную атаку. Но Тимми очень круто пошел в атаку. Итак, наша контратака. Отлично. Вот, ах ты вредина. И сейчас мощнейший удар Лео. Здорово, отлично. Ой-ой-ой, друзья. Итак, надо контратаковать. И победа. Тимми Тёрнер выбит. Что ж, неплохой результат. Конечно же, хотелось бы большего. А вот, ну, пока идем с вами дальше и берем следующую команду от подписчика с ником Нурлбек Дужгитов. Вот, прошу прощения, если немножко некорректно прочитал фамилию. Нурлыбек Дужигитов. Ну, как-то так. Что ж, друзья, итак, берем следующую команду. И подпросил Нурлыбек, чтобы я взял Дэнни Призрака, Опасного Генри и Тимми. Вот, что ж, именно вот эти герои и просил подписчик, чтобы я прокачал. Вот, вот опасный малый, вот Дэнни Призрак, а также Тимми Тёрнер, вот он. Итак, использую, ну, Тимми Тёрнер, видите, очень слабенький, поэтому я не уверен, что он сумеет выиграть в состязании. Давайте-ка посмотрим, у кого есть преимущество. Ну, по крайней мере, ни у кого нет преимущества. Вот пытаюсь я как-то поменять местами, ничего не срабатывает. Ну, давайте-ка хотя бы вот Тимми Тёрнера я поставлю против Лео, он самый слабенький.
Ну и как-то так будем сражаться. Что ж, начнем битву. И у нас эпическое сражение. Опасный малый против опасного малого. Вот эпический бой. И сразу же мощная атака нашего опасного малого. Ох, неплохо подловили вражеского. Отлично. Вот пытаемся контратаковать. Давайте-ка. И пытаюсь... Да, вот мощный удар и победа. Ну что ж, очень даже неплохо сработал наш опасный малый. Вот здорово удалось победить. И берем следующего героя. Итак, следующий герой. Посмотрим, кто из этих героев сумеет себя неплохо показать. Это Дэнни Призрак. И опять же мощная атака. Ох, не удается, друзья. Тимми Тернер его подловил. Но Дэнни Призрак тоже молодец. Вот, отлично. Удалось нанести хорошее повреждение. Вот так, замечательно. И да, вот так еще супер удар лазерным лучом. Вот и победа. Что ж, это было круто. Это было здорово. Ну а сейчас, друзья, очень непростой бой. Очень непростой бой, не знаю, как Тимми сумеет справиться с Лео, уж очень он слабенький. Ну, надежда умирает последним, поэтому все же будем надеяться, что он себя неплохо покажет. Итак, друзья, сразу же защита, вот Лео пошел в защиту, вот странно, да-да-да, вот Тимми Тернер его подловил. Удается Лео пробить защиту, ну а мы продолжаем контратаковать. Да-да, и супер удар Тимми Тернера. Вот удается нанести повреждение Лео. Вот, ох ты, да-да-да, ой-ой-ой, друзья, и что сделал Лео? Нанес кучу повреждений. Вот Тимми Тернер продолжает атаковать. Ай-яй-яй, друзья, и Лео выбивает Тимми. Вот, ну, Лео был в два раза сильнее, и так, я считаю, мы очень неплохо продержались. Ну, вот такой вот не очень хороший результат, тем не менее... Вот, счет 2-1, и мы идем дальше со стами от подписчиков. Итак, давайте-ка посмотрим очередную команду и кто что из этого получится. Отлично. Итак, следующая команда от Арсений Астафьев. И он попросил состав Дэнни Призрак, Леонардо и Донателло. Вот, ну это, конечно же, здорово. Что Лео и Донни, ну пусть будет так. Итак, Дэнни Призрак у нас есть. Берем Лео. Берем Донни. Вот. И отправляемся с вами в битву. Да, друзья, кстати, я хотел сказать, вот в следующий раз, скорее всего, я сыграю с вами уже последнюю часть испытания «Магия воздуха». Вот, и надеюсь, оно вам понравится. И либо же, вот, нужен вам совет играть в составе от подписчиков. И да, смотрите, как здорово у нас получилась комбинация. У наших героев очень мощное преимущество перед врагами. И мы отправляемся в битву. Дэнни Призрак против Патрика. И я не сомневаюсь в нашей победе. Хотя все может быть. Итак, давайте-ка я начну с мощной атаки. Интересно, удастся ли она. Есть! Ух, как здорово! Ультразвуком нанесу повреждение Дэнни Призрак. Пытался вот Патрик что-то ему сделать. Ой-ой-ой, что делает? Но Дэнни Призрак неплохо его пинает. Вот, отлично, отлично. Итак, давайте-ка поддержим удар. Наберем супер... Супер удара для возможности и добьем Патрика. Вот, супер. Ну что ж, очень даже неплохо Дэнни Призрак сработал. И мы берем следующего героя. Супер. Итак, вперед следующий персонаж, следующий герой. Надеюсь, что сейчас у нас все здорово пойдет. Итак, Донни, и я пробую мощную атаку. Эх, не сработал, не сработала мощная атака. Вот не подставился опасный малый. Но и так его Донни довольно-таки неплохо пинает. Вот, и плюс еще добивающий супер удар и победа. Вот, здорово, ну что ж, просто-просто супер. Берем следующего героя, следующую команду и отправляемся в очередную битву.
Отлично, друзья. Итак, где же следующий Лео? Итак, Лео против Агана. И вот не смог я использовать мощную атаку. Вот Аган сразу же идет в бой. Смотрите, как здорово и контратакует. Отлично. И супер удар Лео. И Аган выживает. Как он выживает, друзья, я не знаю. Но Лео его добивает. И опять же мы получаем идеальную победу 3-0. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья, как видите, очень даже неплохо нам удалось победить в этом сражении. И мы берем следующую команду. А следующая команда это Лео, Линкольн и Губка Боб. Это команда от подписчика Алан Ниндзя. Да, вот, кстати, друзья, я в начале видео забыл передать приветы, поэтому сейчас передаю привет. Итак, большущий привет от наших героев вселенной Суперсваток, подписчику с ником Алан Ниндзя, подписчице с ником Олеся Григорчук, легендарному котику и подписчику с ником Олимпус Офф и Наташе Боровской. Друзья, большущий вам привет от наших героев вот, вселенной Суперсваток и от меня лично. Ну что ж, итак, Алан Ниндзя и его команда Лео, Линкольн и Губка Боб. Лео есть. Выбираем Линкольна. И нам нужен Губка Боб. Вот он. Кстати, Губку Боба мы тоже можем прокачать. Давайте-ка я немножко его усилю. Вот, не удалось, к сожалению, прокачать всех тех героев, вот, за которых писали подписчики. Я дальше буду, конечно же, стараться набирать вот достаточно слайма для прокачки героя, но пока как-то так. И да, у Губки Боба есть преимущество. Вот я его пытался как-то поменять. Вот ничего это не дало. Вот что ж, пусть самый слабый герой Губки Боба будет преимущество перед Донни. Ну а мы начнем битву. Вот, итак, Линкольн против Дженни. Вот посмотрим, что сейчас из этого получится. Удастся ли нашему герою победить? Если да, было бы здорово. Итак, мощный удар Линкольна. Удар вантузом проходит. Отлично, Дженни досталась. Ой-ой-ой, она контратаковала, но Линкольн ее подловил. Ой-ой-ой, друзья. Итак, Дженни использовал супер удар, но Линкольн вот ее добивает из водного ружья, и мы получаем победу. Просто-просто здорово. Ну что ж, как видите, вот под конец видео здорово у нас пошли бои. Вот, все-таки давно не играл. Вот последнее видео, по-моему, было 4 или 5 дней назад, поэтому как-то так. Ну а сейчас разыгрался. Ой-ой-ой, друзья, я отвлекся, и Анжелика здорово пошла в атаку. Вот досталось нашему Лео. Вот тем не менее продолжаем атаковать. И супер удар Лео. Да, и Анжелика Пиглз побеждена. Это было здорово. Лео молодец, Лео победитель. Итак, не стоит отвлекаться. Поэтому попробую сосредоточиться на игре и попробую сейчас выиграть. И надеюсь, у нас все здорово получится. Итак, Губка Боб против Донни. Сразу же мощная атака. Есть, есть, есть. Губка подловил бедняжку Донни. Продолжаем атаковать. Вот так здорово. Отлично. Донни пытается контратаковать, но Губка Боб поражает его своим радужным лучом. И мы получаем идеальную победу. Что ж, это было прикольно, это было здорово, это было замечательно. Удалось нам победить в этой битве. Кроме того, еще удалось вот заполучить бонусный сундук. Вот, конечно же, посмотрим, что в нем интересного. Вот, и будем на этом, скорее всего, и прощаться. Итак, улучшение для Лео, улучшение для Рока, улучшение для Гира. Энергетические кристаллы и это все плюс еще слайм. Вот, друзья, сегодня я на этом уже с вами прощаюсь. У меня закончилась энергия для того, чтобы мы продолжали бои. Ну а вы пишите отзывы в комментариях, когда накоплю вот слайм, на кого его тратить, улучшения. Напоминаю, из героев у меня есть Лео, Линкольн, Губка Боб, Анжелика Пиклз. Вот Дэнни Призрак, Опасный Малый, Донни, Патрик, Дженни, Рокко, Котопес, Тимми Тернер, Томми Пиклз, Арнольд,
Гир и еще Кора. Вот, вот такая вот ситуация. На этом сегодня уже всем пока-пока. И да, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!